Приветствую всех, с вами Нидерамос, мы продолжаем играть в Diablo The Hell. Ага, это у нас... Нет, у нас все это то же самое, что уже было. Как мне подсказывает мое воспоминание, в прошлой серии мы с вами немножечко побегали по этому уровню. Ну как немножечко? А у меня два пути. Я что, только начал, что ли, серьезно? Тут то ли жесть какая-то началась. Вот там вот, по-моему, что-то очень жесткое было, с чем я не справлялась. Давайте-ка я сейчас схожу, уточню. По-моему, там кто-то магией очень сильно палят, и их много. То ли эти огненные демоны, которые там с боссом, которых побить не могу. На, ну вот, собственно, что я и сказал. Поэтому пойдем вот сюда, вот в эту часть. Понятно. Это была плохая нафиг идея. Музыка вообще шикарна в этом месте. Так, это сюда. Это стоит. Как? Так. Корона это... Фиговинка, по-моему. О! Я сохранюсь, попробую купить, потому что плюс 44 это, по-моему, не так плохо. Но я не уверен, что это будет хорошо. Ну, вместо этого я использовать не смогу. Не-не-не, вообще никак. Загрузить. А у тебя что? Минус 13 урона, здоровье, минус урон, 5 ко всем атрибутам, огненные стрелы, отталкивание, дубина какая-то, 39, это, ну, стилета, как показала практика, вот с таким свойством не очень-то полезно. Ну да. И вот эту хрену тень, вот этому вот хрену продаем. Пойдемте закупимся. Я на самом деле сейчас уже уверен, что я не осилю финального босса пройти. И что мне придется делать рестарт в любом случае. Так что это я... Не помню, кто-то говорил. В общем, я оттягиваю неизбежное. Курсор. То в Нире у меня курсор прыгает, а теперь еще и здесь курсор будет прыгать. Ну что, охренел, что ли? Ага. Так иди нахрен сюда, тупая скелетная морда. Я сохранился неудачно. Если бы я не мог победить вот это вот компашку сейчас, то, как говорится, я был бы в небольшой беде. Давайте вот вышел сюда, этих лучше. Пускать на дистанцию ближнего боя. Так, я что-то отвлекся смотреть на свой пояс, ну где у меня вот эти расположены, не заметил, кто меня вытолкнул. Кто меня выталкивает отсюда? Масло починки 2. Нет, ты сюда, ты сюда. Здесь монеты, здесь фиговина, здесь что-то. Ага. Камень склепа. Еще один, что ли?
гений нашелся. Ну, вы посмотрите к нему, действительно гений нашелся. Так, ага, демон-огнеметчик. Ты чё? Какой-то злой огнеметчик попался. О, у нас кузнеца. Бывают кузнечные меха, бывают кузнечные масла. Вот эти относятся ко второму. Ко второй категории людей или веществ. О, библиотека. Я несколько дней не играл с момента предыдущей серии, и уже за это время успел забыть, что здесь существуют библиотеки. Кто на меня? А, рука мне это нормально. Они убиваются быстро. И что у нас здесь? Гидра. Ну, гидру я, естественно, не изучил. Вот какая на нее магия нужна. А гидра стоп. А, ну да, это гидра. Как раз. Я помню, в какой-то... где-то она называлась Страж Гвардиан. Поэтому я не был уверен, что здесь это... Именно про эту штуку идет речь. Давайте подсветим. Оп. Ты чё? Просто взял кругаля, убил, как мне навернул. Такс. Манюга. Вот интересно, смогу ли я вообще сейчас вот справиться с той толпучкой, которая там меня ожит. И что меня. Нет, не убила. Не разорвало нахрен. Чтоб меня оставило в этом подземелье одного. Маленький, не очень умный демон. Хотя, честно сказать, его и маленьким ты не особо назовешь. Не знаю, как он еще не обиделся. О, труп. Трупов здесь раньше тоже не было, насколько мне известно. И вот это положим. О, просто разнобойчик какой-то. Ага, это я вижу то место, тот зал, как раз откуда вся эта нечисть прет, которая меня убивает, пытается. Ага, это как... В склепе, чей, в катакомбах, в каких-то комбах, в соборе. В общем, на первых этажах бывает комната с бочками. Здесь вот комната вот такая есть. Нахрен ушли, короче. Чё я делаю? Да они тут типа самые умные, да? Я не пойму. Чё такие умные, я не понял. Кто вам нахрен разрешил быть такими умными? Скелет. Мне уже определенно надо полный инвентарь банок с собой таскать. Потому что предметов все равно не падает уже толком. Как-то вообще не падает. С последних куч врагов, вот, тут куча монет, последнее, что выпало.
О, бедненький ты. И застрял. Козел. Еще сдохнул здесь. Будет смешно. Хочу сдохнуть. А не могу. Хотя, точнее, тут не знаю. Это в оригинальном Диабло можно сдохнуть от этих бочек. В принципе, даже мне дверь не сломали же. Так, ну возвращаемся назад. Что еще делать? What ails you, my friend? Этих купить пока есть. Можно сходить к ведьме, в принципе. Еще немножко маны накупить. Все. Пока с такого инвентаря, надеюсь, хватит на подольше. Я все-таки хочу попробовать затащить то место. В идеале будет сагрить кого-то одного, ну, какую-то одну группу из тех, желательно... Ой, я что-то куда-то не туда пошел. Желательно сагрить ту группу, которая с боссом. Я не помню, кто там. По-моему, огнеметчики там с боссом. Вот их бы сагрить. Чтобы сначала с ними разделаться, а потом уже со всеми остальными. Но, чё, фиг у меня что получится сделать. Так, на это кто-то агрится. Просто я пока проверяю. Нет. Сейчас я загляну, чисто убедиться, где кто стоит. Тьфу, блин, конечно, палю. Стою в том месте, где никого нет. И палю такой деловой. А, думаю, сейчас сагрится кто-то или нет? Конечно же, сагрится кто-то, если там никого нет. Только я так могу. Или не только я. Но я так очень часто могу. Так, вы к молнии. Ага, в принципе... Молнии, я думаю, шанс есть кого-то сагрить. Угу. Потому что те, кто к молнии... Какого хрена? Почему на меня напали чудище? Есть кто живой? Серьезно? Всего один? Но режим в битве не пропадет, потому что босс же. Фига себе вас там, чё, ребят. Ой, нет. Так, погодите, дайте-ка я кое-что сделаю. Надо освободить место. Просто хочу скастовать эту электростену, чтобы оградить его одного отсеять. А здесь вы можете пройти, здесь слишком широко. Так, хотя можно вообще, в принципе, сюда заманить их. Так, ну дойдет? А, блин. Что-то план пошел неудачно.
Не, как-то все пошло не так, значит, этот план бесполезен. Да ну куда вы так не агритесь-то на меня? Молния же летит бесконечно. Я только хороший снайпер не могу попасть никак. Все-таки оградить бы надо. Что, нет никого? Что, нет никого? Да я сказал так. Not enough mana. Чё, читер что ли? Как ты мой гениальный пуван-то так хорошо обошел. Да ну... И чертов снайпер просто. Короче, это тупо. Это я знаю. Точнее, нет, даже я это уже понял. Возможно, я стрелами попал. Вот это я сейчас всех разозлил. Это было плохо. Да нафиг вас. О, может быть, я сейчас разозлю всех, кроме демонов, как раз? Этих крылатых. Если это так было бы, это, конечно, хорошо. Ну идите сюда, тормоза. У этих тоже нахрен босс там есть? Вы серьезно что ли? Я-то думаю, какого же хрена. То бишь, окей, запомним, ждать помощи от возможности сохраниться не стоит. Все. Сюда нахрен идти не стоит. Лучше вот здесь стоять тогда. Куда ты нахрен уходишь? Ждем. Остальные тормоза так и не пришли. Но они не отстанут, потому что босс жив, и он знает, что я здесь. Босс умный, и он не прощает просто так. Ну что, ребят? Не так же жестко. Так я иду дальше, а не в эту маленькую комнатку. Исключительно потому, что в этой маленькой комнатке будет куда... Че, не будет куда сбежать, если они толпой насядут.
А тут вон еще далеко можно уйти. Окей. Вы? Это вы. Сейчас посмотрю из вас и все и будете знать. Раз свалю я так. Опа, плохо. Защита от молнии, это очень полезно было бы. Я как вспомню тот уровень в квестовой зоне. Сразу аж нехорошо становится. Только хотел пойти спросить. Просто спросить, типа, идут ли они сюда вообще или нет. Даже не спросить, а просто поинтересоваться. А тут он сразу предстал пред лицом моим. Ну что? Так, отсюда кончились. Остались еще те, кто не дошел. Iron Thunder. Железный гром. Громовое железо. Скорее железный гром. Отлично. Все, можно сохранить, потому что босс сдох. Даже если вот остались недобитые вот здесь в пути. Им уже пофиг. Ну хорошо, часть этого. А, ну да, опять я жду. Где они там? Я сам еще не... Я вот этот зал все время забываю, что существует. О, здорово, здорово. Я тоже ни хренашки не рад тебя видеть. Демоны, поприятнее-то... Ну, конечно, товарищами их не зовешь. Собеседники они поприятнее, скажем так. Но когда вас немного и вы без босса, вы, как говорится, тоже сойдете. Так, у меня шляпа ломается потихонечку. А уже 5 осталось даже. Иконка появляется, когда 6 остается. Да ты сдохнешь уже. Козел. Я не знаю, справлюсь я вот этим с толпой этих демонов. Опять появилась сейчас вот идея. Раз я могу дойти вот где-то до сюда. Не, оставшись незамеченным. Нет, так. Так я смогу немножечко их уменьшить. Или нет? Окей, нет, я понял. Все еще это не срабатывает. Почему я думал, что это второй раз сработает. Это все ошметки того босса, ну, на этого. Той стайки. Чё-то я сразу съел. Бесполезно, в принципе, пытаться.
Вернее, если один сейчас мне так сильно по лицу бьет, что же будет, когда их много будет? Да, иди сюда. Иди сюда. Да иди сюда. Ага, это не ошметки. Того так называемого босс-пака. Значит, они быстро убиваются. Это хорошо. Ага. Чё такие внезапные? Мне надо их куда-то подманить в такое место. Вот, вот, босс, босс, босс. Хорошо, хорошо. И вот сейчас где-то здесь, вот, например, около этой двери, я смогу заставить их... Отойди нахрен от меня. Прекрасно. Остались один на один с боссом. От этих отходим подальше, чтобы они могли выгрузиться. Ну, может быть, если повезет. Все, вообще, вот сюда сейчас отойдем минимум. Так я не понял, ты чё? Хитрое самое животное, что ли? Да, иди сюда, окей. Ага, стена пропала, надеюсь, они сейчас не идут сюда. Дайте-ка я вот сюда ножу. Ну я, конечно, снайпер, а? Почему ты не тупишь, как остальные? Сдохни уже. Ну, в принципе, план неплохой. Так вот сделать. Только надо починиться и... зелье побольше именно на здоровье. То есть я сейчас просто по привычке жрал зелья, забыл, что они мне не эти не целебные. Но это, конечно, явно фиговенько будет. Ну да, приличие так слабее. Что эту штуку можно продать? Чинить, 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 чинить. Я что даю? Так, ты даешь... А, ты у меня на защиту от этих огненных демонов. Может быть, стоит даже вот так сделать. Скупили у него все, что можно скупить. Пока так хватит. Дайте-ка я скину. Хотя пофиг, пускай лежат. Чтобы посветлее было. Сейчас будет сохраниться. Но вот в таком положении. Поближе даже. Это чтобы они медленнее хотя бы шли. И надо надеть бронь хорошо. Ну как в прошлый раз, разберемся сначала с этими умниками.
по идее, если, как и в прошлый раз будет, большие вот эти демонюги отстанут. Они все отстали. Гении. Чё? Ага, сразу эти подперли. Окей, давайте тогда вот так. Замедлим этих. Ага, замедлим, конечно. Кто-то, кажется, и чуть-чуть нахрен размечтался. Да ну как ты криво так ставишь-то? Я ровно ставлю, ты криво ставишь. Ну конечно, теперь тут еще этот демон стоит. Так, ты сдохнешь. Какого хрена ты меня убил? Так быстро. Я не пойму. За два удара. Что это за неуважение? Вот вы-то еще отстаньте, а. Пристали. О, пристали. А тебе что надо? Что ты за мной идешь? Это попытка неудачная. Просто не знаю, куда надо палить. Куда ты так сильно идешь? Куда ты там? А, тут статую поставили. Странное. Странное место для статуи. Давайте уже. Да хватит уже в меня палить. Топать генератор. Кто на меня? Понятно, кто на меня. Еще одно место, которое, кажется, я не пройду. Чё зелье-то мало вылечил? Это реликты мало восстанавливают, а зелье-то чё стали так мало лечить? Я, конечно, знаю, что это... Они по рандому лечат от стольких-то до стольких-то. Короче, всё. Потом, опять же, пойдем сейчас в следующей серии на следующий уровень. А вот когда я уже закончу, то есть все, уже окончательно пойму, что я не могу вообще ничего здесь делать дальше, тогда я снова вернусь на более ранние уровни и буду пробовать вот эти вот жесткие места ходить. Потому что сейчас 35 часов тратить на то, чтобы эту толпу попытаться как-то угасить. Это не очень хороший вариант, поэтому я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.